Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Если вы не вакцинировались, то медики идут к вам. В Бобруйске работают мобильные бригады. Как вот вы себя чувствуете после прививки? Хорошо. Где и почему, чтобы привиться, иногда не нужно из дома выходить? Безопасность на дороге. С завтрашнего дня начинается акция ГАИ «Пешеход». За непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе водителю грозит административная ответственность от 1 до 5 базовых величин. В чем ее суть? Урожай 2021. В Бобруйске продолжает свою работу ярмарка сельскохозяйственных продуктов. Будет предложен широкий ассортимент. Какой адрес и время работы? А также достаточно запасов, материальная помощь и почти даром. Новым указом президента Беларуси дом на селе можно будет приобрести за 1 базовую величину. Когда документ вступит в силу и кто будет составлять списки? Цифры растут, вакцинация становится все ближе. В Бобруйске привиться от коронавируса можно буквально на каждом шагу. Например, мобильные бригады выезжают в торговые центры и общежития на предприятия. Какие препараты в наличии и что нужно, чтобы пройти процедуру, расскажет Ольга Васенда. Прививаться или нет? Наталья Маховик давно задается этим вопросом. Коронавирус, к счастью, ее обходит стороной. Да и после работы нет времени ходить по поликлиникам. А тут вакцина сама приходит. В торговом центре недалеко от дома можно и продукты купить, и обезопасить себя от опасной болезни. С собой необходим только паспорт. Почему вы решили вакцинироваться? Так как я работаю с людьми, решила себя подстраховать и сделать вакцину. Как вот вы себя чувствуете после прививки? Хорошо. Есть ли какие-то болезненные ощущения? Нет. Пункт хоть и мобильный, но все необходимое есть. Перед введением препарата – обследование. На месте врач проверяет пульс, измеряет давление и температуру. Пациент заполняет анкету. Только после этого – укол. На выбор две вакцины – китайский Вирацел и российский Спутник Ви. Не забывайте, прививка двухкомпонентная. Пользуясь случаем, приглашаю всех сделать свой осознанный выбор, провакцинироваться, победить инфекцию COVID, эту пандемию и защитить себя и своих близких. Кроме торговых центров, мобильные бригады выезжают в общежития, на предприятия и на дом к людям с инвалидностью. Полностью экипированные. Вакцину перевозят в переносных холодильниках. Процедура занимает не больше 10 минут. Это у нас доктор, который ведет прием, осматривает человека и выносит, разрешена или не разрешена вакцинация, допуск вакцинации. Медсестра, которая непосредственно производит вакцинацию. Также еще помощник, который помогает измерять сатурацию, воздух, да, артериальное давление и температуру. То есть в основном это, конечно, 3 человека, но иногда 2. Напомним, в Беларусь пришла 4-я волна коронавирусной инфекции. Эффективный способ защиты – массовая вакцинация. Медики напоминают, чтобы выработался коллективный иммунитет, должно быть привито не менее 60% населения. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1973 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 524 248 человек. За время пандемии количество ПЦР-лабораторий в нашей стране увеличилось до полусотни. Тест делают по предварительной записи, результат обычно готов через 24 часа. Стоимость услуги варьируется в зависимости от тест-систем. Быстрый метод проведения дороже. Большинство центров доверяют белорусским производителям. Тем временем завод по созданию лекарственных капсул от COVID-19 планирует построить в Великом Камне. На первом этапе появится фасовочный цех, а на финише проекта он начнет работать на полную мощность. Партнером выступит Китай, к слову, стратегически для Беларуси. Ветер-бродяга, государственная поддержка и проверка знаний. Первый этап репетиционного тестирования стартует в октябре, где можно оставить заявку. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Новым указом президента Беларуси дом на селе можно будет приобрести за 1 базовую величину. Он позволит навести порядок. Документ вступает в силу со следующей недели. Купить пустующее и ветхое жилье станет намного проще. Предусмотрено поэтапное снижение цены на аукционе. На некоторых территориях постройки будут сразу продавать за 29 рублей. Список определят местные власти. Сейчас формируется база. Счет идет на тысячи.
Дефицита сахара в Беларуси нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте. Об этом накануне заявил председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубин. На складах профильных предприятий достаточно запасов – более 12,5 тысяч тонн. Белый продукт входит в перечень товаров первой необходимости, цены на которые регулируются государством. Более 27 миллионов рублей. Столько получили белорусские семьи при подготовке к учебному году. Если говорить про многодетных, то это почти 110 тысяч ячеек общества. Больше 219 тысяч детей. Общая сумма выплат 15 миллионов 600 тысяч. А ее средний размер в целом по республике 71 рубль. Первый этап репетиционного тестирования стартует в октябре. Пройти его можно непосредственно в самом пункте, либо онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКС. К слову, РТ позволяет абитуриентам определить пробелы в знаниях, а также познакомиться с технологией сдачи испытания и психологически подготовиться. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу. Причина – ветер и дожди. Осадки ожидаются на большей части территории страны. Утром – сильные. Порывы временами достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 4 до 11 градусов тепла. Днем – от 9 до 15, выше 0. Уважайте друг друга. С завтрашнего дня начинается акция ГАИ. Кодовое название – «Пешеход». Статистика показывает, осенью порядка 70% дорожных инцидентов случаются в темноте. Переход проезжей части в неположенном месте и появление ночью без фликера – самые частые причины смертельных аварий. За непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе водителю грозит административная ответственность от 1 до 5 базовых величин. За нарушение правил дорожного движения пешеходом грозит административная ответственность от 1 до 3 базовых величин. Если же пешеход находился в состоянии опьянения, то ему грозит административная ответственность от 3 до 5 базовых величин. Сокращение травматизма среди пешеходов, уменьшение количества аварий – главные лейтмотивы акции. Только за 9 месяцев 2021 в ДТП погибло 100 человек, травмировано почти 600. Золотая осень. Традиционная ярмарка сельхозпродуктов в Бобруйске продолжает свою работу. Следующая встреча продавцов и покупателей назначена на 25 сентября, в эту субботу. А в октябре можно будет приходить каждые выходные. Последний трудовой день 7 ноября. Время работы с 9 до 15 часов. Напомним, ряды размещены на проезжей части вдоль дома номер 41 по улице Максима Горького, за горисполкомом. Покупателям города Бобруйска будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Это плодовая овощная продукция, картофель, мясопродукция, рыба прудовая, продукция пчеловодства. В продаже также саженцы деревьев и кустарников. Кроме того, ярмарки организованы на рынках города. Адреса: Дзержинского 4, Минская 123, Карла Маркса 49. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!